Приветствую всех, дорогие мои зрители, на моем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать очередной парфюмчик от замечательного нишевого бренда. Называется этот бренд Ramon Monegal, и парфюм называется Iris Impossible. В общем-то, я это видео решила снять на вот этом замечательном воздухе. Сегодня светит солнышко, настроение поднимает. Смотрите, сколько красивых маргариток. Я здесь сижу и буду снимать для вас видео. Сейчас я хочу распечатать вот этот замечательный парфюм. Видите, я его взяла с собой. Не знаю, какого качества будет видео, но это не важно. Важное то, что я вам скажу мое первое впечатление про этот аромат. Это испанский бренд, 50 миллилитров, парфюмированная вода. Два предыдущих парфюма мне очень понравились. Понравился мне и «Прекрасный день». Сегодня он как раз, кстати, этот парфюм «Прекрасный день», «Lovely Day». Но я его сегодня не наносила на себя. Сегодня я помыла мои волосы, свежевымытые волосы. Сейчас я буду наносить на мои волосы вот этот шикарный парфюм вот этого шикарного бренда. Мне кажется, что каждый аромат вот этого бренда — это отдельная история, они не повторяются. Но сейчас я распечатаю и подтвержу, наверное, мои слова в реальности. Вот мой флакончик. Буду его распечатывать. Здесь, конечно, в парке люди с собаками гуляют и вообще гуляют. Немножко меня это напрягает, но, знаете, мне как бы все равно. Мне хочется вообще-то наслаждаться. Они делают то, что они хотят. Гуляют с собаками или просто прогулку делают, или занимаются, ну, бегают, спортом занимаются. А я вот хочу снимать видео. Видите, такой вот цилиндрик. И хочу показать вам вот этот парфюм. Ой, раздается аромат, слышу прям сюда. Что-то такое цветочное я уже слышу. Даже я еще его не разбрызгала, да? Ну, вот как бы мне один. Ой, какая красота! Невероятная красота. Красивый. Наслаждение. Вау. Ну, что сказать? Я же говорила, что я не очень люблю ирисы, но это начальное такое вот, знаете, он легенький, прозрачненький, цветочненький, гостенький. Но он меняется, и он будет раскрываться. Вот на воздухе его как бы сложно определить, но он богатый. Все-таки неплохо. Ну, ничего здесь не выпирает, абсолютно ничего не выпирает. Чем дальше в лес, тем больше дров. То есть он мне начинает нравиться. Вот я сижу в этом парфюме и наслаждаюсь, прям так наслаждаюсь и думаю. Вообще, что надо для жизни, для того, чтобы радоваться в этой жизни? Мало вещей нужно в этой жизни. Главное, чтобы вы хорошо себя чувствовали, чтобы вы умели жить, наслаждаться, любить природу, любить себя, любить окружающих, говорить про них хорошо. И вообще жизнь настолько
прекрасна, только надо ее смотреть с позитивной точки, не с негативной, потому что меня лично обогащает природа. Вот я сейчас сижу и наслаждаюсь. Мне больше ничего не надо. Я люблю природу. Я больше всего люблю природу, люблю дерево, люблю цветочки, люблю маргаритки. Люблю эти цветы, они пахнут. Но он очень аристократичный, элегантный, подойдет в офис, подойдет везде. В общем-то, им можно пользоваться везде, где вы хотите. В принципе, я считаю, что это универсальный аромат, который подойдет для всех и везде, как мужчине, так и женщине. Надеюсь, что видео вам понравилось. И хотелось бы верить в то, что вы его посмотрели до конца. На этом я вам скажу большое спасибо, ставьте лайки, если вам видео понравилось. И до скорой встречи, дорогие мои. С вами была Татьяна, я вас всех целую. Пока.